данном представлении установлены факты недостоверного отражения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Ивановичского района, районного совета депутатов. Как понимаете, это закон о коррупции, нарушение его. Поэтому каждого кандидата мы рассматриваем отдельно. Кандидат, по которому, не кандидат, депутата, которого мы сегодня будем рассматривать, нарушение, голосование, участие не принимает.